Трудовые мигранты из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, вновь становятся жертвами бесчеловечной российской системы. На днях в социальных сетях появился видеоролик с забастовкой трудовых мигрантов из Центральной Азии, работающих на строительстве новых веток московского метро. Строим метро в Москве, 5 месяцев не получили зарплату. Возмущенные рабочие жалуются, что вот уже 5 месяцев работодатель не выплачивает им заработную плату. На видео оказался запечатлен ответ представителя строительной компании, в которой работают мигранты. Граждане иностранного государства, проводить забастовки на территории Российской Федерации запрещено. Примечательно и то, что прибывшие на место забастовки сотрудники полиции не стали разбираться в ситуации и даже не пытались выслушать бастующих, изучив предмет жалобы на наличие признаков состава преступления, а наоборот попросили трудовых мигрантов отойти от офиса компании на расстояние, пригрозив создать мигрантам проблемы с пребыванием и дальнейшей работой на территории России. Должны были каждый 10-го зарплату отдавать. Следует заметить, что трудовые мигранты из Центральной Азии постоянно подвергаются нечеловеческому отношению как со стороны российских работодателей, так и со стороны российской власти, которые явно считают их людьми третьего сорта. Вон там